150 тысяч гривен. Именно во столько оценивает свой материальный ущерб Екатерина Крючкова. Напомню, 20 сентября машина девушки угодила в яму на стоянке комплекса «Аркадия-Сити». Ни она, ни ее муж, которые находились в салоне, не пострадали. Больше расскажет Евгений Салтан. Это фотографии с места события. Как видно, автомобиль практически полностью провалился в яму. А это уже снимки после его эвакуации. Ремонт транспорта, по словам девушки, обойдется не в $1000. Машина уже в Тернополе, потому что в Одессе ее ремонтировать очень дорого. Мы вызвали официального эксперта. По предварительной оценке минимум ремонт составляет $3000. Официальная оценка будет через 10 дней. Платить эти деньги из своего кармана Катерина не намерена. Поэтому в течение 10 дней после происшествия девушка пыталась добиться составления протокола для судебного разбирательства. Но полиция не спешила. Меня гоняют из облуправления в райотдел, потому что говорят, что это дело райотдела. Райотдел говорит, что нет пострадавших, это дело облполиции. Но накануне выходных дело сдвинулось с места. Шевченковское отделение полиции направило материалы в управление патрульной полиции Одессы. По данному факту составлен административный протокол по части 4 статьи 140 административного кодекса, который будет направлен в суд, и суд уже будет принимать меры. То есть там штрафные санкции на лица, которые отвечают за эту территорию. Девушка останавливаться не собирается. Она уверена, виновные должны понести наказание, выплатить ей компенсацию в размере 150 тысяч гривен. Я хочу получить материальный и моральный ущерб. Наши корреспонденты дальше будут следить за развитием событий. Евгений Салтан, Виталий Прус, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.